поймали с поличным. Сотрудники управления ФСБ России по Ульяновской области задержали участника межрегиональной организованной преступной группы. Организация занималась поставками синтетических наркотических средств из Москвы в регионы Поволжья, в том числе Ульяновск. Мужчину задержали как раз в тот момент, когда он вез крупную партию наркотиков. У него изъято 2 килограмма запрещенных веществ. Следственным отделом ФСБ России по Ульяновской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, по части 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса России. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.